Привет, народ! Это моя жена, зовут Аня. А это я. Привет! Сегодня мы будем делать... Так, что мы сегодня делаем? Будем делать печеночный паштет для ребенка, чтобы в школу бутерброды А вот наш ребенок. мазать. Так, значит, что у нас тут? Так, надо нам печенка куриная, полкило, помытая Полкило. уже. Да. Две луковицы, вот такой кусочек морковки, соль, специи и масло сливочное, около 100 грамм. Итак. И сейчас мы печенку отвариваем, лук, морковку режем, жарим, а потом это все на мясорубку и перекручиваем. Все покажем. Печенка уже варится, сейчас режем лук крупно, произвольно, потому что он потом все равно будет на мясорубку весь перекручиваться. Ставим сковородку на огонь, масло подсолнечное немножко. Добавляем морковку. И не надо так прям зажаривать, просто чтобы оно протушилось, немножко поменяло цвет. Этого будет достаточно. Итак, значит, на сковородке у нас все жарится, печенка. Печенка закипела, сейчас мы ее посолим. По вкусу, все на любителя, кому как нравится, кто больше, кто меньше. Печенка будет вариться минут 15, не больше. Это куриная печенка, она снежная очень. Точно так же и морковку с лучком. Сюда тоже соли? Тоже подсолим. Подсолим, поперчим. А дальше что будем делать? И масло, я забыла сказать, нужно достать заранее. Я вот не достала, но нужно достать его заранее, чтобы оно было мягкое. Мягкое было. Да, понятно. Итак, прошло 15 минут. Здесь у нас все чуть-чуть поджарилось. Печенка. Протушилась. Печенка Печенка уже готова. Сейчас мы с печенки сольем водичку и будем все это перекручивать на... Так, сейчас я буду включать мясорубку, ничего не будет слышно. Значит, сейчас я сюда забрасываю печенку, забрасываю овощи и все перекручиваю. Понятно. Включаю. Не включено вроде. Вначале сказать, что сетка на мясорубку ставится самая мелкая, которая только у вас есть. И сейчас еще один раз перекручиваем. Все.
все вместе. А потом будем отдельно вбивать мягкое сливочное масло. Так, а масло где? Распустилось? Масло сливочное вот отдельно. Его, ну, мягкое, я его вилочкой просто вот так размяла. И потом, когда мы его отдельно вбьем, через мясорубку пропускать мы его. Значит, второй раз на мясорубку. Так, что у нас там? Готово, да, печенка? Да, все перекрутили два раза. И теперь будем постепенно вводить сливочное мягкое масло и добавлять специи. По вкусу. По вкусу. Кому какие нравятся. У меня просто черный, красный перец. Еще, может быть, добавлю сушеный чеснок, соль. Все. А вы как хотите? По чуть-чуть. Вот так вот я положу немножко. И буду это все дело тщательно перемешивать. Можно сразу немножко посолить. Немножко, потому что я уже, как доварилась печень, я добавляла соль. Сейчас перчика. Вымешаем, потом попробуем и еще добавим или не добавим. Хорошенько вмешиваем до однородности. Итак, все, наш паштет готов. И даже намазан на бутербродике. И даже украшен. Ну все. В холодильнике хранится, только накрыть его нужно, конечно, чем-то. Или пленкой затянуть, или если крышечка. Ням-ням. Мы, он, конечно, долго хранится. Мы попробовали, просто пальчики оближешь. Да, он вкусный, удобно. Так. НЗ. Все, значит, это наш первый ролик по кулинарии. Если вы до конца его досмотрели, обязательно поставьте какой-то лайк там, или дизлайк, или какой-то комментарий, ну, чтобы мы поняли, полезен этот ролик для вас или нет. Все, спасибо всем за просмотр. Пока. Ожидайте новых роликов и до новых встреч.